Добрый день, дорогие водолеи! Для вас месяц июль – это месяц работы. А соответственно, если вы с радостью идете на работу, то у вас и крепкое здоровье. Вот как ни парадоксально, но именно эти два понятия – работа и здоровье – они всегда идут в астрологии вместе, и между ними всегда стоит знак равенства. А поэтому в июле месяце с 1 по 12 и с 19 по 24 число, я уверена, никаких катаклизмов у вас ни в одном, ни во втором не случится. То есть месяц не должен вас омрачить какими-то приключениями на работе или тем более заболеваниями, которыми вдруг внезапно свалятся. Какая вот такая черная меточка может быть в этом месяце? Это выяснение отношений с партнерами. Ну, к сожалению, мы все живем в обществе, каждый день общаемся с сотней людей и, возможно, кого-то случайно чем-то и обижаем. Так вот, для вас самое такое как бы опасное, взрывоопасное время – это с 6 по 11 июля. Вот здесь надо внимательно следить за своими словами, за своими поступками, за своими действиями. Я имею в виду вот личностными, потому что обидеть просто, куда сложнее потом загладить эту вину и помириться с человеком. Но я думаю, что эти 6 дней можно как-то себя проконтролировать. А в целом все будет замечательно и на работе, и по здоровью.